Приглашаем для борьбы, полуфинальной борьбы представителя Кыргызстана, красная форма, Нурзан Бахтияр, а также представительницу Узбекистана Назибу Юлдашеву. Одержала представительница Ирана Ягане Гаризбахтахаша. Point goes to blue. Два балла присуждается спортсменке Сина. 70 килограммдық салмақ категориясында беттеше тұрған қырғызстандық Нурзан Бахтияр қызыл формада. Өзбекстандық балбан Насиба Юлдашева көк формада. Титон көрістің өрек. Бірден ескерді, екі балуанғанын бірден берген. Айкена Кавайкөйді бүршене Гомбарсам. За пассивное ведение борьбы. Бұл бірдешінен таза жегеште Кыргызстандық Нурзан Бахтияр жетіште. Нурзан Бахтияр, Кыргызстан. Для следующей схватки на ковре Би мы приглашаем борцов весовой категории 75 килограмм. Полуфинальная схватка. Мереке Кудайбергенова, Казахстан. Против нее выступает Насиба Суркиева, Туркменистан. The winner. Победительница схватки, представитель Эквадора Луиза Альварде Меландрес.
Следующие схватки на марта. Мы приглашаем представителя Украины Андрея Куник и представителя также Украины Леонида Рубчина. We invite make a effort from Ukraine, Andrei Kunik, and effort Ukraine, Leonid Rubchin. На ковре борются представители Казахстана Мерке Кудайбергенова в красной форме. В синей форме выступает борец из Туркменистана Насиба Абдулла.